Всем привет! Сегодня у нас экскурсия на остров Сулуада. Сейчас за нами приедет трансфер, и мы будем выдвигаться в порт. Экскурсия дневная. Она с 8, ну вот 8:20 за нами должен заехать трансфер. И где-то в 5:30 вечера мы уже будем дома. Все, нас забрал трансфер. Выдвинули в сторону Кемера, в порт. Ехать 2 часа. Ну, автобус у нас микроавтобус, но полный. В основном иностранцы. Сейчас в тоннель будем въезжать, загадывайте желание. Загадали. Смотрите, какая интересная гора. Но ее там за деревьями не было видно. Так, наша первая остановка. Чай, кофе, вода. Здесь можно в туалет сходить. Здесь, как обычно, торговые ряды, черевички. Ну, какие прелести. Ну, носить, наверное, их невозможно. Жесткие. Какие виды. Сейчас 2 часа нас везет, высаживают на кораблик. Мы на кораблике плаваем. Потом обратно опять 2 часа едем? Или нас ближе на кораблике куда-то приплывем? Нет, ну, да. Все туда. Все же, да? Видишь, мы в горы поднимались, уши немножко закладывали. Совсем другая часть. Атмосфера. Прибыли мы в порт Адрасан. Заявлено было 2 часа, но мы ехали 1:40, еще и с остановкой. Ну, так что... Слушай, заглушила как... Глотай. В общем, вот так вот. Водителю вдруг захотелось с нами быстро рассчитаться. Это все делалось на ходу. Ну, в каждой бочке есть ложка дегтя. Тем более, что ехали по такой небольшой серпантинистой дорожке. И вот рассчитайтесь, как будто мы с этого автобуса куда-то убежим. Ну, везде бывает. Ну, тут у нас компания русскоязычных-то и нет. Слушай, ой, какая она. Высоко в горах. Ну что, вон куда-то все пошли, пойдемте. Эти бози ты мой. Какая симпатичная, да? Красотка. Негритяночка-то прям красотка. Такое слово-то не говори. Почему? Оскорбительное для них очень. Да ты что? Почему? Потому что. А я думала, нормально. Но она красивая, правда. Вот, это что, она как лань такая, газель, ага. Даже не знаю, такая жопа высокая. Такая. Да, ноги узкие, щеколки. Ну, очень красивая высокая женщина. Детеныш смешной. Детеныш смешной.
даже легко. По трассе не надо так глубоко знакомиться, понимаешь? Иди, да, иди туда, фиг. Понимаешь, а там, знаешь, такой словесный, ознакомительный поток. Поток. Да. Так, ну где наше корыто? Я надеюсь, оно не будет сильно качаться. Ну вот все качаются, думаешь, наше не будет сильно качаться? Я не знаю, может быть, я все-таки надеюсь, что это побольше будет. Сука, сколько народу пиздец вообще. Вот пляж. Я уверяю тебе, никаких там наверху палок еще бы свободного не будет. Ну не знаю, я свет. Налезет наверх, как они бежат. Места козырные занять. Так мы ж, наверное, не одни. Сейчас еще какой-нибудь автобус приволокут. Алла, вон эти колбаски. Вот они, видишь? Нет, не надо. Не надо. Вот так это качает, слушай, да, Света? Так. Вот уже одна лодка отплывает. Отходит. Сейчас нормально. Ну, народу немного, я скажу. Хорошо. Вот такая атмосфера. А что, вот сюда-то не хотели сесть, да? Ой! Только бы не сильно качало. У меня, честно говоря, морская болезнь была. Я в этом Таиланде тоже мы ходили на такой вот подобной лодке. И я это, да, укачала сильно. Я на нижней палубе так и провела день. Но выдавали таблетки. Здесь я, конечно, не хочу их пить. Они такие какие-то дурные. Так что с тех пор я больше не на морские экскурсии как бы не ходила. Но сейчас вот захотелось как-то мне. Море прозрачное. Посмотрите, какое. Были на турецкие Мальдивы. Посмотрите, какая вода здесь. О, а теплая, а прекрасная. Просто шикарно. Вот такое чудесное место. Песок я не скажу, чтобы был идеально белый, но он с галькой все равно. Смотрите, но вода просто великолепная. Я думала, здесь как-то
место побольше, но он совсем маленький. Через полчаса будет обед подан. А мы столы накрыли, пойдем. Бирюзовая вода. А это вторая стоянка. Сейчас вроде бы как уже обед обещали, но его все нет и нет. Нам подали обед. Дорада. Я думала, это картошка, это макароны. Холодные. Холодные? Все. Кина не будет. Кина не будет? Ваше здоровье. С печенькой. С печенькой. Но сначала просили 100 лир. Да? Ну, пиво. Это не в такой бы чашке было. Ну, понятно. Все равно. 100 лир и пиво. Пиво 200 лир. Вот такие вот расценки. А у нас с собой было. Вот такая красота. Очень красивый, действительно, вулканический остров, такой белый песок, но такое красивое, вот, оброты какие, пещеры, и зелененькие горы тут сосны. Отплываем. Хорошая, ненавязчивая. Да, такая не уставшая. Надо, закончилась наша экскурсия, это не могу над ними. Ты кто вообще? В общем, неутомительная, с обедом, с чаем. Неплохо. Что вы орете, блин? А, ты уже подключилась. Это я уже подключилась, они все блажат. Подключилась. В общем, хорошая, нам понравилось. Неплохо. Если рога не выставлять. А? Сведу ли на этих светом Люкс билет у нее на первом сидит. Мы зашли и сели первые. Тут, конечно, кто-то сидел, но мы решили, что купленных билетов нет. Будем сидеть так. Значит,
что там по программе? Арбуз и коньяк? Арбуз и коньяк. По программе арбуз и коньяк. По программе. Да, точно. Сейчас тебе напишут, сука, галечками поехала. Несмотря на милые лица. Да хочется холодненького. Да, конечно. Хочется холодненького пивка. Так, ну, все на этом как бы заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.